имеет хуйня. Бэха, юг. С трубой кто? На юг бежим, а они, походу, поедут все через... УАЗик слышал, проезжает с востока. УАЗик ждем, возможно, он сейчас приедет сюда просто со стороны. Въезжает внутрь, один человек. Найс, УАЗик. Он умер. Тише, тише, теперь надо не спалиться, короче, как-то. Просто в ПГС камеры там, да? Да, отрубаюсь. Она уехала далеко, вы видите ее? Слева, стой! Слева от бэхи. УГшку дай, да, УГшку срочно. Убил его дыма, кто ли? Пацаны, дым на юге, дым на 200 еще. Дым на 200 еще есть. Ага. Дальше, метров 150. Вдоль леса тут. Сейчас опасный ГП. Я ГП, шо, окей, дальше буду. Не пушьте пока. Да, не пушьте, обходите западнее либо восточнее. Я западнее пошел. Чертан, я еще проверю. Хоть это пыль была, я не увидел. Может, бэха дала дымы? Ну, хуй знает, как она стой, там стой, дала. Стой. С ДВшки кто у нас? От дороги восток, от дороги восток. Я рядом с бэх. Дал синюю. Тут я. Сейчас кто работает? А ты кого он? Вот я его видел, да. Сейчас КП там туда за дорогу. Там елки какие-то густые. Даю. Ближе 50 метров. Минус. С ТВшкой был? Не увидел ТВшку, просто его клад. Ты сейчас семерки ярче сидишь? Да. В елке, да? Банан КП, брат. Я не в елке, я в кустах. Бравская КП. Убил тогда его. Бля. Ранен, бля. Иду чистить елки. Я на обратном перекрестке. Абу? Я живой. Я у тех елках чищу. Я юг от тебя 100 метров чекаю издалека. Каптян, ярче живо. Надо этих килить и к тригану по боевому смещаться, там пушка. Добил.
все живы? Убил одного с севера триггера. Better Rush, этот триггер едет с севера. Блин. Блять, не успел выстрелить, слишком быстро шел. Он там сбил двоих своих. Да, остановился на севере триггера. Север триггера, такая двухэтажная казарма, там противники в ней. И за ней тоже. Смещаются на запад. Машину заметят, погоди, погоди. У вас ветер ловит куда-нибудь? Без ветра тут. Ну, ветер есть, просто мы за горой, видимо, понял. Они уходят на запад по склону. Все, они там спускаются на юго-запад. Сейчас можем, по идее, подойти на их горку, где они были. Они сейчас будут по базе работать, мы с Вином и спокойно зайдем. Вот, я это только что сказал, да. Подождем, сейчас они уйдут с нашей стороны и пойдем к ним. Слушайте, бабак сейчас будет. Что это было? Шахид мобиль уничтожили. Вот тут сюда, подойди сюда, здесь видно. Прям на прям вот открыты они. Ага, вижу. Можешь работать, в принципе. Сейчас, если М2 еще выкатим, нормально мы им насуем тут. Чуть-чуть правее, гром, бери. Ой, левее, 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 левее. А тебя где-то они могу на 220 будут на склоне. Давай, работай, все, начинай. Четверо минус. Шатан, смотри, по наметках. Да. Наметки, но еще сдохну, мне своих пострелять. Он еще... Блин, ко мне. Ранен. Это свои стреляют, блин. Точно свои, да? Я отправил подали инфу по вам. Это труба наша, ой, вражеская. Тест. Гром, да-да-да, когда красава, давай. Выше, выше чуть-чуть бери. В западе немного пошел от своей метки. Натрик живой, да? Натрик. Все-таки пострелили, видимо. Да, да, это он. О, как первое хорошо залетело прямо в окошко. Вижу СВД. А, к вам подходит с северо-запада, к вам подходит КМ-2. Понял, а ты езжай, я тебя прикрываю. Уезжай вниз нахер на юг, к дороге. Я
его встречу, блядь. Он уже, по-моему, работал. Вставай на противоположную высотку и развернись, наверное, в мою сторону. Можешь надо на шайтан сориентировать? Сейчас. На него дать. Подстрелил его. Хорош. Все, убил. Еще метро 200 на запад, Громыч. Тут талибы могут быть. Кто там бегает? Это мы. На 300 отделение, на 300 сюда отделение подходит талибов. Тебе помочь или что? Давай. А то меня уже несколько раз перестреляли, гады. Спасибо. Короче, на запад. Громыч, смотри, запад сейчас на 300. Да, вот они, короче, на западе, на высоте 23.06. Там же скалы такие, камни. Они там да, сели. Они там задымились и ближе к нам подходят. Четверо черных. Сейчас наши подъедут сюда. Блин, спасибо большое. Да, из города. Вот это северная херня, блин. Я же говорил, сидит где-то говнюк. Ты ушел? Да, я ухожу пока что. Но я еще открыт. По мне летит. Я спрятался. Попробую найти эту сумму. Он не особо высоко, потому что я лег, он меня уже не видит. Примерно на нашем уровне он должен быть. Лес, походу, зеленка. Да, зеленка. Слышу, блядь, его. Но не вижу пока. Попробуй найти. Меня все еще заливают. Да, вижу. Где-то середина вот этой зеленки. Я видел. Получается. Ты его видишь? Да. Сейчас отдышусь, убью, если он ляжет. Да, это Орсис. Ага, тоже вижу, его пошел вправо. Угу, пусть остановится. Нет, он жив. Жив? Мне показалось, он упал. Он упал, но он живой. По мне. Дальше опасно, Вейкер. Приехали. Едут. Едут. Выбивай быстрее. Зарулили. Я наверх.
Где? Север, север, север болит. Понял. Надо подумать. Хорошо. Пешт враг? Да, вроде бы. Он походу сверху здания какой что. А он бежит из леса с 82-й, прям по полю. Еще по полю идет. Кнопку. Убил. Противник на 60 на горе. Я в бойтер бегу. Давай. В какой части горы? Слева, справа? Он до гор, который вы на гору. Убил там одного с ДВшкой. А кто на это сидит? На трубе кирпичной. На трубе кирпичной? Да. Кто-то сверху, там дуло торчит, я не пойму, кто это. Красного дома, брони свои. Там СВДшник сидит на этой трубе. Враг. Ага. Закрой его еще слева, чтобы он вышел на правую сторону. Все, готов. Он спускается. А, он понял. Все, он готов. Раз, молодец. Ну все, это последний, видимо, был. Трубочист. Отсюда здесь видно, как мы можем. Я пока ничего не вижу. А что спеть? Ханя! Слева, слева, слева. Убил всех. Двое уехало. На воду прыгнем. Давай. Вот так выходит, брач, блядь. Ёпта. Вот это Нормандия. Пиздец. Мама, я жив. Давай, задымляю тебя. Отошел, Ярч? Сейчас. Над вами одного убил в камнях. Какие-то лодки подплывают еще. Наши, наверное. СВД? Да. Ориентировочный. Убрал его, все. Убрал? Да. Там еще я за камнями не вижу.
Не, здесь я хожу. Свой. Все, понял. Сучка, я думал, это свой работает. Он тут давно уже сидит, походу. Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.